성도 여러분 안녕하십니까? Уважаемые соотечественники, здравствуйте. 저는 얼마 뒤에 주재하고 있는 대한민국 대사 이영민입니다. Меня зовут Ли Ялмин. Я являюсь чрезвычайным послом посольства Республики Корея в Казахстане. 오늘 저는 카라간다에 그저께 도착했습니다. 그런데 이 카라간다가 이렇게 큰 도시인 줄을 저는 잘 몰랐는데 제가 보니까 알마타보다도 얼마 앞이 카라간다에 있는 다른 민족들, 카자크 사람들과 러시아 사람들 그리고 다른 소수 민족들과 함께 한 가족처럼 그리고 환영받는 그런 국민의 일원으로서 받아들여지고 있는 것에 대해서 깊은 감명을 받았습니다. Еще большую радость и огромное впечатление я получила от того, что здесь мои соотечественники живут вместе в единой семье с другими народностями, с русскими, казахами, немцами и другими малыми народностями в единой семье, в дружбе, согласии и достигает таких успехов. 한 가족처럼 그리고 격의가 없는 사이가 없는 그런 좋은 관계를 유지하고 있는 것을 보고 여기에 계신 고려인들은 이쪽 그 생활에 크게 성공을 하신 분이다 라고 생각하고 기쁘게 생각하고 자랑스럽게 생각합니다. Я очень рад тому, что соотечественники, живущие здесь, в вашем регионе, живут в таком дружбе, согласии с другими народами и достигают успехов в той деятельности, которой они занимаются, и получают успешное внимание от других народностей, пребывающих здесь. Поэтому вдвойне, втройне я рад за своих соотечественников, которые живут здесь и лучше, чем другие соотечественники нашли свои взаимоотношения с другими народностями. 동포 여러분들을 뵙게 된 것을 기쁘게 생각하고 정말 늦게 찾아온 것에 대해서 좀 후회스러운 마음입니다. Я еще раз хочу сказать радостное чувство того, что прибыв сюда на вашу казахстанскую, карагандинскую землю, я увидела, что здешние мои соотечественники живут в единой семье с другими народностями. И еще раз пожелать, чтобы в этой единой семье и корейцы, наши соотечественники, и дальше продолжали успешно трудиться и пожелать им и их семьям успехов. 고려인 동포 여러분들을 미력 하나만 적극적으로 지원하고 돕는데 최선을 다할 것을 이 자리를 빌어서 약속을 드립니다. В свою очередь я хочу сказать, выразить вам, я хочу поблагодарить вас, что вы пришли встретиться со мной и пожелать вам пользуясь случаем успехов в вашей жизни, трудно преодолевать все трудности и достичь того, чего вы желаете. 고려인 동포 여러분들은 가정의 행운과 그리고 여러분들의 번영과 건강을 중심으로 기원하여 많이 하십니다. 대단히 감사합니다. Каждой вашей семье я желаю здоровья, счастья и пользуясь случаем еще раз хочу вас поблагодарить. Огромное вам спасибо.
хочу вам сегодня сказать радостную весть, что такие жители среди нашего города есть. 6 октября из города Караганды отправляется 50 человек от Карагандинской области, делегации представлять всю нашу область. И я вас прошу, в эти дни состоятся жеребьевки 7 числа, а конкурсные выступления начнутся 8-9 числа, за нас очень поболеть, потому что нашей художественной самодеятельности, зря нам закрыли, придется выступать очень сложно, у нас очень много, это художественная самодеятельность, непрофессионалы, и если они будут чувствовать ваше тепло, то, конечно же, от этого будет вдвойне приятно. И так как 1 октября был день пожилых людей, и не все, к сожалению, смогут поехать в Алматы в качестве болельщиков, нам сегодня хотелось показать эту программу для того, чтобы вы тоже были как бы сопричастны к этому делу и были вместе с нами. До свидания. Thank you.